истории этой не будет конца. Сей замок прекрасный венчает сердца. Восстал он, как феникс, из древних руин. Все потому, что был не один. Помощь пришла от великой души. Встречу назначить Господь поспешил. Дрогнуло сердце, увидев, что стало. «Так не должно быть», — громко сказала. «Мы не должны этого допустить. И как же дальше будем мы жить, если оставим замок в беде? Нам ведь покоя не будет нигде». По зову сердца пошел наш художник с просьбами вверх, но закон не приложен. В мире людей страсти, а не законы, и позабыты Божьи каноны. Но тень сомнений исчезла во сне, где он услышал голос извне и удивился. Кто говорит? Видит, монахиня рядом стоит. Смело ступай, ничего ты не бойся, помощь придет, даже не беспокойся. С этой поры замок преобразился, значит, не зря сон пророческий снился. Это тот след, что оставит потомкам скромный художник с миссией громкой. И рядом с ним, конечно, жена. В мире Татьяна такая одна. Образы в шкрябанках долго живут. Еще ее руки плиты кладут в парке, что строится рядом у замка. И, проявляя заботливость мамки, учит детей, как картины писать, чтобы их миру потом отдавать. Что же сказать тут? Только одно. Жизнь черно-белая, словно кино. Хоть и царит в мире жуткий бедлам, есть продолжение Божьим делам.